Нахожусь в центре Москвы, охотный ряд, торговый центр «Матрешка». Вот, сейчас посмотрим, что работает, что не работает. Вот. Какой-то Лан Гранде, обувь и аксессуары. Работает. Почему-то все на английском языке. Spring, summer, style for the city. Big size. Наверное, рассчитаны на иностранцев такие магазины. Здесь почему-то вообще все названия на английском, на иностранном. Шелле. Фрингер. Ралф Фрингер какой-то. Антига. Женская одежда. Ну, тоже работает все. Но это такие названия, я, честно говоря, не совсем в курсе, что это. А вот знаменитая, в принципе, фирма Reebok. Вот, работает. Вот Reebok, крутая фирма вроде. Вот тоже Guess, очень известная фирма, работает Guess. Такие симпатичные дамочки Guess. Glassman, я не знаю, что такое Glassman, но какие-то ювелирные изделия. Рандеву магазин. Это типа встреча, свидание. Тоже вот Terra Nova, вроде бы популярная фирма. Это я все еще иду по охотному ряду. Вот знаменитая фирма L'Etoile. Тоже спокойно работает. Вот. А дальше какая-то Calliope. Много, я говорю, все названия на английском. Botavicos, Skins Care and Aromatherapy. В общем, уход за кожей и ароматерапия, видите, работает. Кстати, писали, что не работает Calvin Klein. Вот, смотрите, работает, Calvin Klein работает. Ого, что же пишут тогда? Фейки. Вот, работает Calvin Klein, знаменитая фирма. Здесь в охотном ряду несколько этажей, поэтому так пока все обойдешь. Вот. Еще внизу эти дворик с едой, куда мне очень хочется попасть. Вот какой-то магазин Лусио. Не знаю, что за. Вот какой-то Love Republic, красиво. Красиво девушка идет. Вот. Красота. Спускаюсь на этаж ниже. Фонтанчик Церетели. Вот фирма Теде. Какая-то, не знаю. Тоже, наверное, пока какая-то известная. Ники Феллини. Какая-то, наверное, молодежная. Закка, подарки и аксессуары. А здесь как раз вот еда, KFC, вот иду с KFC, дедушка знаменитый. Да, вот KFC, Burger King. Народу много, все хотят кушать, и я в том числе. Так что всем привет, буду кушать. До свидания, привет из Москвы.